Всем привет, с вами Имп, и сейчас я расскажу, как делать летающих белок. Белок можно сделать двумя способами. Первый способ — это с помощью воды. Рисуем платформу. И добавляем шамана с белкой. И теперь добавим воду. Растягиваем воду на весь экран, ну или в той области, где нам надо, чтобы белки летали. Заходим в свойства воды, отключаем воду. Но воду у нас все равно видно. Чтобы убрать видимость воды, поставим непрозрачность на 0. Теперь не видно воду. Теперь мы видим, что белки летают, хотя на самом деле они плавают. Теперь рассмотрим второй способ, как сделать, чтобы белки летали. Меняем карту на аномальную зону. И добавим платформу. Добавим еще сверху платформу. Теперь добавим планету. Будем делать, чтобы белки летали с помощью гравитации. Уменьшим планету и поместим ее повыше. Теперь заходим в свойства планеты, ставим фиксацию. Ставим силу притяжения на единицу и дистанцию, на которую будет притягиваться, на 700. Уберем галочки «Изменять направление белок» и включим отключение глобальной гравитации. Добавим шамана и белку. Также можно отключить прозрачность планеты, ставить ее на 0. Тестируем нашу карту. Шаман с белкой теперь летают. С вами был Имп. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.